Вон там! Я никогда раньше такого не видел. Пусть тебя это не останавливает. Давай, размажь все по себе. Они меняются. Вот дьявол, мой жилет. Фу, воняет. Кто-то еще жив. Осторожнее. Спокойно. Все в порядке. Мы... Погаси свет! О, боже! Проклятье! Бежим! Эй, бежим, бежим! Все будет плохо. Круто! Что ж, битву мы выиграли. Пора на войну. Сообщайте о необычном поведении. Забаррикадируйтесь в домах. Избегайте любых контактов с зараженными. Ждите официальных инструкций. Дождетесь. Убить всех этих тварей. Вот мои официальные инструкции. Это еще что? Осторожно!
Лишь же мы с вами. И какой кретин разместил пункт эвакуации через 30 пролетов. Может, вертолет? Может, он сделан из шоколада? Вот черт! Чуть-чуть не успели! Вернись! Мы все еще здесь! Эй! Вернитесь! А, черт! Наверное, он уже не вернется. О, черт! Они не просто бросили нас здесь на крыше! Ладно, вертолеты не возвращаются, если на них орать. Теперь мы это усвоили. Что делает этот вертолет? В торговом центре должен быть пункт эвакуации. Я здесь живу, поэтому могу сказать, что вертолет точно полетел к торговому центру. Это недалеко. Я вас проведу. Меня устраивает. Берем оружие и уходим отсюда. Покажи дорогу до торгового центра, а там уж я разберусь. Тогда пошли. Если мы будем держаться вместе, у нас все получится. Ну так зачем дело стало? Берите оружие и пошагали. Кажется, они и там тоже. Если вы не готовы, лучше молчите. Надеюсь, что вы трое умеете драться, хотя по вам не скажешь. Вау! А зомби-то существуют. Я знал, что это все не выдумки. Я слыхала о них, но увидеть своими глазами... Время идти. Осмотрите эти комнаты, там может оказаться что-то полезное. Гляньте-ка на эту карту, друзья. Похоже, что Новый Орлеан – последний уцелевший город. Господи, всей стране кранты. Посмотри-ка на эти кресты. Кажется, остался только Новый Орлеан. Я работала в новостях. Мы слышали о том, что творилось на восточном побережье. Боже, это ужасно. Ужасно, этой карте наш выбор невелик. Нам нужно как-то пробраться в Новый Орлеан. Что ж, неплохой план. Эй, гляньте сюда. Говорили, есть еще что-то похуже зомбаков. Чертов лифт вырубился. Нужно найти лестницу. Идем здесь. Сюда. Пожар идет дальше. Сюда. Вы слышали это? Этот звук – дурной знак. Давайте же, скорее! Мы можем пройти по карнизу. Дерьмо. Сюда. Обыщите комнаты. А вдруг там есть что-то полезное? Девочка подала отличную идею. Yeah.
Осторожно. Они звали их толстяками. По понятным причинам. Толстяк, значит? Да, проблемы с пищеварением иногда могут приводить к печальным последствиям. О, черт, мочи его! Я вообще ни хрена не вижу! В мерзости! О, ну и мерзость! Что за... Они приближаются! Разрази меня гром! Живо вниз по лестнице! Нет, туда я точно не попрусь. Надо поискать другой путь. Сюда. На уступах безопасно. Я была здесь на съемках сюжета новостей. Я из Кливленда. Да? Ну, обычно тут куда симпатичнее, когда нет зомби. А это еще что за чертовщина? Кто-нибудь пристрелит уже эту тварь! Стреляй в него! Стреляй в него! Кто-нибудь знает, что это? Лифт все еще работает. Слава богу, хоть и этот работает. Не хватало переться пешком. Строго говоря, во время пожара лифтом пользоваться нельзя. Но у нас зомби-апокалипсис, так что придется. Кажется, нажимать на эту кнопку заранее плохая идея. Ну что ж, хорошо, что обошлось без этого. Теперь главное, кого-нибудь покусали? Нет, мне не надо. А тебе? На мне кровь, но она не моя. О, дерьмо! Это какой-то кошмар. Зомби, апокалипсис и прочая муть. Охренеть! И чего нам теперь делать? Успокойся, сынок. Все будет в порядке. Как тебя зовут? Мое имя Элис, но иногда меня зовут Эл. Мне так не нравится, это слишком по-девчоночке, но... Можете звать меня Эл, я не против. У меня своя автомастерская. Я не стал эвакуироваться, а бронировал свой грузовик, чтобы выбраться отсюда. Зомбакам он не по зубам. Но вышло, что он был защищен лишь на 99%. Как всегда, сработал 1%. Если мы будем знакомиться, то меня зовут Рошель. Я работаю на телевидении. Работала. Да ты чё, реслинг и всё такое? Нет, другие новости. Мы снимали репортаж об АЧС и эвакуации. Если все эвакуируются, кто смотрит новости? Мой босс над этим не задумывался. Ну а то, боссы всегда кретины. А тебя? Ник, больше вам знать не нужно. Давайте пока держаться вместе. Хотя бы какое-то время. Рад встрече. Можешь звать меня тренер. И ты зови меня так. Не нравится мне это. Готов спорить, нас уже ждут на выходе. Так, хватит болтать, приготовились. Пожар распространяется. Либо мы, либо они. Эти чучела что, еще и не горят?
побери. Огнеупорные зомби. Вы должны идти дальше, слышите? Кажется, от укусов эти костюмы не спасают. Тут безопасно. Лучше закрыть эту дверь. Ладно, все в порядке. Мы живы. Мы прорвались. Нам повезло. Не могу поверить, что оказалось в саванне. Да ты чё? Саванна — это супер! Я тебе покажу места по пути к торговому центру. Вроде ничего. По дороге к торговому центру есть оружейный магазин. Может, завернем туда? Оружейный магазин — отличная промежуточная остановка. Магазин оружия? Тренер, мы с тобой на одной волне. Он? Ну, вообще-то нет, но сейчас — да. Апокалипсис — это не так уж плохо. Похоже, быть местным иногда действительно полезно. Мистер, мне очень не по душе ваш тон. Мой приятель Кит однажды решил пожить на крыше. Вообще он там просто стрелял ворон, но когда за ним пришли копы, они не стали его расспрашивать, что он там делал. А делали так, что он потом чуть умом не тронулся. Ничего-ничего, а потом вдруг как заорёт! Ну так вот. Мальчик, ты меня уже просто задрал. Нам надо идти дальше. Вы готовы? Так и сделаем. Давайте лучше поубиваем зомби. Вы уверены, что это правильная дорога? Мы идем правильно. Вот это мне пригодится. Отлично, мы на верном пути к торговому центру. За мной! Веди. Я тебе верю, ты настоящий мужик. Да заткнись ты, Ник. Ну и задница же ты, право слово. Как скажешь, дорогая. Давайте разыщем тот вертолет. Надеюсь, мы не будем сожалеть о том, что пошли сюда. В дверь скорее. Элис, не отставай! Эй, вы слышали этот стон? Рошель, детка, это не ты часом. Что? Не нравится мне этот стон. Идите, не останавливайтесь. Стой тут. Это что еще за стон такой? Женщина плачет. Ее можно понять, магазин-то закрыли. Что-то тут не так. Осторожнее, ребята. Ты в порядке? Помочь надо?
Черт, ведьма начинает звереть. Назад, назад! Господи Иисусе! Прочь с дороги! Черт, она бежит за мной! Молода! Дерьмо! Перезаряжаю! Ну что, как я тебе нравлюсь теперь? Здорово, тренер! Мы подходим к оружейному магазину. Идем, не останавливаемся. За этот мусорник! Осторожнее с этими одетыми в ОЗК. Огнеупорный зомби! Ура! Что обронил этот зомби? Лучше бы это оказалось не тем, что я думаю. Это что, действительно блевотина? Блевать в бутылку. Очень оригинально. Собираю рвоту! Не могу поверить, что я это только что сказал. Вот это классная штука. Торговый центр должен быть близко. Лучше бы АЧС была там. Мы можем влезть на этот грузовик. Неплохо. О, я знаю это место. Оружейный магазин тут. Ни хрена себе. Товар! О, боже! Вы только взгляните! Магазин для взрослых. Надо затариться и идти дальше. Это все бесплатно? Два пистолета, не один пистолет. Постреляю с двух рук. Мне не разрешено носить оружие. Впрочем, думаю, это не страшно. Вот эта штука. Беру гранатомет себе. Автодробовик. Ну как тут пройти мимо? Привет. Меня зовут Уитакер. Я владелец этого заведения. Знаете, обычно, когда в мой магазин вламываются четверо в окровавленной одежде, я в них стреляю без предупреждения. Но вам повезло, мы с вами... А вот этого не хочешь, зеленая мразь? Встретились в особое время. Берите все, что вам приглянется, и поднимайтесь наверх. Попробуем винтовку. Мне так кажется, вы собираетесь в торговый центр в надежде на спасение. Да. И у вас ни хрена не выйдет, так как эти кретины из правительства приказали перекрыть туда дорогу. Итак, вот мое предложение. Если вы достанете мне колы вон в том магазине, я расчищу вам путь к торговому центру. Ну, наконец, хоть что-то разумное. Человек хочет еды. Итак, давай договоримся. Мы помогаем тебе выбраться из этого дерьма, ты помогаешь нам попасть в торговый центр. Кинешь нас, пристрелю лично. Я человек слова, сэр.
Достаньте мне кулы, а я расчищу вам дорогу к торговому центру. Пушки за счет заведения. Ладно, пошли. Колу за оружие. Неплохо, неплохо. Мне идея по душе. Ну что, парни, готовы? Так, теперь держимся вместе. Пошли! Вот дьявол, сейчас придется туго. Я взяла колу для Вайтекера. Бежим! Я взяла колу. Пора возвращаться. Оу, назад! Осторожно! Запомните меня хорошенько, сукины дети! Что за... О, дьявол! Что тут вообще происходит? Меня куда-то тащит! Держись! Я иду! Ты в порядке? Ну и славно. Беру колу! Холодная моя кола! Положите ее в подъемник! Ну ни хрена себе! Все, валим отсюда! Мужик сказал, что расчистит путь. Мужик сделал! Черт, я случайно взяла диет-колу. Пора сваливать. Спасибо, Вайтекер! Удачи вам, ребята! Да хранит вас Бог! Пойдемте. Вот и торговый центр! Никогда не был так счастлив видеть магазины. Так, в пунктах эвакуации обычно бывает оживление. Господи, это настоящий город призраков. Наверное, все должны находиться внутри. Убежище! Клянусь богом, лучше бы АЧС была здесь. Дверь-то закройте! Мы короли мира! Ладно. В общем, здесь слишком тихо. Надо разведать. Наверное, пункт эвакуации дальше. Господи, как я ненавижу торговые центры! Так, все собрались в круг. Помолимся. Господи, не оставь нас в этот страшный час. И, Господи, сохрани для нас ресторанный дворик. Аминь. Аминь. Господи, будь милостив к тренеру и храни кафешки. АЧС должны быть где-то здесь. Надо найти эвакуатор и валить отсюда к чертовой матери. Если кто увидит бутик мужской одежды, скажите мне, у меня весь костюм в крови. Мы готовы двигаться дальше? Да. Не вопрос. Да. Ой, ладно, идемте. Скорее вверх по эскалатору!
Ищите центр эвакуации. А заодно где пожрать? Я умираю от голода. Вот это вещь. Черт, кажется, это опасная штука. О, нет. Элис, прекрати, будь другом. Боже, Элис, я у тебя сейчас пушку отберу. О, черт, толстяк! Надеюсь, что с ресторанами все в порядке. Я бы сейчас с удовольствием сожрал пиццу. О, да. Если я увижу зомби с подносом с едой, я в него не стреляю. У кафешек не было ни малейшего шанса. Здесь не души. Возможно, пункт эвакуации дальше. Дискоштаны и прически? Чего тут только нет? Да лучше сдохнуть, чем так жить. Слыхали? Чувак, мне совсем не нравится этот звук. Что это? Кто-то бьет лошадь? Или чего? Судя по этим звукам, у нас скоро будут большие проблемы. Идите, не тормозите. У кого-то скоро будет очень болеть голова. Нам стоит осмотреть эти комнаты. Что это за шум? Что за... Элис, отойди! Что за шутки? Чёрт! Снимите с меня эту тварь! Ничего себе! Он на нем верхом скачет! Это просто унизительно! О, нет, он схватил он меня! Иду. Уберите его у меня со спины! В яблочко! Ничего себе, Ник! Почему меня не удивляет, что ты так классно стреляешь? Не делай, когда мужику вот так садятся на шею! Спасибо! Не за что. Эта хрень мне пригодится. У меня чувство, что сирена непременно привлечет нежелательное внимание. Осторожнее. Мой! Нет! О, черт! Черт побери! Элис, ты чем вообще думаешь? Мы должны выключить эту сирену! Не останавливаться! Они сзади нас! Перезаряжаю!
Нужно выключить эту чертову сирену! Еще выше, шевелитесь! Сирена отключена! Как же она меня взбесила! Я все еще слышу ее в голове, но кажется, она отключена. У меня в ушах до сих пор вой стоит. Идем. О, черт! Куда все подевались? Это начинает меня пугать. Что, страшно становится? Эвакуатор там! Вы слышали это? Откуда идет этот шум? Что за хрень? Что это там горит? О, что сейчас сделала эта тварь? О, дьявол! Она плюется горящим дерьмом! Господи, я так и знал, здесь ничего нет. Тут, похоже, было целое побоище. То есть нас никто спасать не собирается? Не, чувак. А Чес кинул меня дважды за день. Урок усвоен. Надеюсь, что хоть кто-то смог выбраться отсюда. Итак, центр эвакуации брошен, а мы стоим посреди здания, кишащего этими тварями. Но есть в этом и хороший момент. Скоро мы все умрем. Эй, сюда! Беженцы соорудили тут убежище! Нам придется спасаться самим, друзья. Кто-нибудь вообще знает, что это за чел? Всего лишь лучший серийный гонщик. Книжки читать надо. Джимми Гибс-младший. Кто такой этот мистер Джимми Гибс-младший? Я слыхал о Джимми Гибсе. Это человек-легенда. Меня тошнит уже от его рожи. Ну, в этих краях он не просто легенда. Он как Элвис. Или как президент. Правда? А выглядит полным уродом. Живее, Ник, хорош тупить. Этот человек — гордость Джорджи. Да я за него под пули встану. Аминь. Если б так можно было, я б хотел иметь от него детей. Мы что, упустили его? Черт побери, я мог бы сняться на фоне тачки Джимми Гибса. Этот апокалипсис начинает меня раздражать. Ну и чего вы там ждете? Пошли. Джимми Гибс-младший — крутой чувак, вообще супер. А вот я знал еще одного гонщика с реально офигенной тачкой. И вот как-то едет он по грязи на полной скорости, и тут ему навстречу козел. У нас нет на это времени, Элис. Ладно, но козел точно был.
Не похоже, чтобы кто-то нас спасал. Да, здесь никого нет. Врать не буду. Все это выглядит очень печально. Спасение накрылось. Какие будут предложения? Я не вижу Супермена, который заберет нас отсюда. Нет, нет. В общем, с эвакуатором облом. Если у кого-то есть идеи, самое время их озвучить. Что ты задумал, Элис? А помните рекламу, что всю дорогу глаза нам мозолила? Кажется, я знаю, где взять тачку. Давайте найдем машину Джимми Гибса, заправим ее и свалим отсюда к чертовой бабушке. Прямиком до Нового Орлеана. А что, отличный план? Согласен, но тогда поведу я сам. Если только меня убьют. Машину поведу я. Точка. Отличная у нас будет поездочка. Ну, это план. Не знаю, насколько он хорош, но хоть какой-то. Я готов спорить, что в баке ни капли. Надо найти бензин, иначе не уехать. Как только откроются двери, готовьтесь бежать. Давайте заправим этот чертов драндулет! Простите нас, мистер Гибс. О, черт! Черт побери, тут становится жарко. Нам нужно больше бензина. А раньше это был приличный район! Если нам попадется зомби Джимми Гибса, убивать его придется кому-то из вас. Не вопрос. Ладно. Найдите канистру! Я взяла канистру. Плюющаяся тварь! Я взял канистру. Боже, давай, давай, давай! Сейчас я поведу тебя, дорогая, уже скоро. Все еще не хватает бензина. Я взял канистру. Перезаряжаю. Курильщик! Меня опутало с ног до головы! Эта сука меня придушит! Курильщик! Курильщик! Дерьмо! Эй, мне тут нужна помощь! Лечу на подмогу! Держись, я уже иду! Да черт! Надо было мне похудеть немного! Помогите уже кто-нибудь! Сейчас помогу! Держу, держу, постарайся не смотреть вниз. Спасибо! Все в порядке. Дерьмо! Вы только взгляните, это же Джимми Гибс младший. Ставлю на Гибса!
Нет. Ждите здесь. Постойте-ка на минутку. Стойте. Ник! Нет! Осторожно! Это не смешно, Ник. Дерьмо! Поскорее! Ищите канистры! Прости, Джимми, но нам очень нужна твоя машина. Или заряжаю! Я сейчас просто лопну от счастья. Чёртов бензин, а ну лечим бак! Все еще не хватает бензина! Господи, сколько же туда влезает? Еще одна и все! Давайте все держаться вместе. Осторожно, охотник! Дьявол! Рошель! Народ, хватит тут торчать! Это что еще такое? Может, он не заметит нас, если мы не будем двигаться. Черт, ну и дерьмо! Так, это уже причина для паники! Вот дьявол, сейчас придется туго! Осторожно! Черт, меня подери! Что это? Дьявол, ну и громадина! Нам придется драться с этим? И вообще убить-то можно или нет? Вот сукин сын! Бегу! Бежим! Господи! Ну и здоровья! Мы в полной заднице! Нам нужно сосредоточить огонь на этой твари! Убавь его! Ух ты! На, тварина! Огреби! Вот чёрт! Вот чёрт! Помогите! Эй, стреляй, не останавливайся! Давайте зарядим его как следует! Живи, мразь! Стреляй в него, стреляй! Ни хрена себе! О, черт! Черт! Стреляйте, не останавливайтесь! Это было все-таки уж слишком. Все, мы заправились! Машину! Бак полон, поехали! Поехали! Я за рулем! Народ, все в машину! Скорее, скорее! Спокойно, спокойно, я уже иду. Бежим, Джимми Гибсу! Пошли, народ! Все в машину, мы готовы! Беги! Давай, Эрис, давай! А ну-ка, пристегнитесь! Сейчас посмотрим, на что она способна.
Следующая остановка — Новый Орлеан! Если б мне кто сказал, что я буду водить тачку самого Джимми Гибса-младшего, я бы ни за что не поверил. Это просто какая-то фантастика. А как насчет зомби-апокалипсиса? Не, вот ужастиков с меня хватит. О, боже. Вот черт. И чего я уехал из саванны? Мы с моим приятелем Китом как-то подъезжали к такому на его тачке. Так он решил проверить, можно ли перепрыгнуть на ней прямо через... Вы слышали? Ага. Ну, в общем, оказывается, машины могут плавать. Но недолго. Эй, вы там! Слава богу! Я не последняя женщина на земле. Да, я тебя понимаю. Эй, привет! Вы не опустите для нас мост? Извините, не получится. У нас тут раненый. Классная тачка, чувак. Элис, ты ей ответишь? Элис. Эй, Клейтис. Эй, хохотун! Какая же она красавица. Какая красавица. Привет! Привет! Как дела? Славная нынче погодка, правда? Я не могу с ней говорить, я стесняюсь. Давайте лучше вы. Парень, ты два дня отстреливал зомбаков и не можешь поговорить с девчонкой? Нет, не могу. Взгляни на нее. Вы не можете просто взять и опустить его? Не, никак не выйдет. Нам нужно назвать пароль или отгадать загадку, что ли? Нет. В генераторе кончилось топливо. Перебирайтесь и заправьте его, а мы вас прикроем. Потрясающий, куколка. А мужик у вас есть, с кем можно поговорить? Он даже не знает, что сказать. О, пошел ты к черту. Как же ты мошенничал, если не умеешь работать с людьми? Да я тебя могу пристрелить на месте. Да расслабься ты. Уж пошутить нельзя, сразу в бутылку. Да, Ник, обходительным тебя не назовешь. Эвы там! Спокойно! Мы из полиции! Скажите мне, что он шутит. Этот чувак не коп. Не-не-не-не! Я коп! Среди вас есть вампиры? Что за... Скажите мне, что он шутит. Вашу мать, хорошо. Мы вампиры. Мы все вампиры. Луис, я ж тебе говорил, вампиры. Прекрати, Фрэнсис. Скажи им, чтоб перебирались через реку. Можно мы поговорим с тем парнем? Я не стану разговаривать с вампирами. Да понял я. Я же с самого начала говорил. Если есть зомби, значит, должны быть и вампиры, оборотни, мумии, чужие и всякая такая хрень. Это логично. Да, да, вот и я к тому же веду. Слышь ты, козел, опусти этот сраный мост, чтобы наша проклятая тачка проехала. Из вас четверых хоть кто-нибудь есть нормальный? Последний раз прошу, по-хорошему. Опусти этот чертов мост. Ты, грязная обезьяна в косухе. Пошел в жопу, кретин. Ребята, спокойно. Так, а если мы переберемся на ту сторону, поможете его опустить? Вам, мисс, непременно. Вот видишь, Ник, научись быть вежливым. Или еще я могу научиться нравиться грязным вонючим байкерам. Нужно собраться. Okay, ну что ж, согласен. Пожелайте нам удачи. До встречи. Удачи. И вам. Ого. Да, ночка обещает быть веселой. Ладно, пора идти дальше. Может, я лучше останусь сторожить тачку? Нет. Эй, вы присмотрите за тачкой, пока нас не будет. Элис, ничего с машиной не случится. Ладно. Клянусь Джимми Гибсом, мы за тобой вернемся.
Пошли через этот парк. Вообще. Я прошиб на тачке Джимми Гибса стеклянную витрину и встретил самую красивую девушку на свете. Ник! Пристрели меня прямо сейчас! Лучше уже никогда не будет! Вот бы сейчас пристрелить ту обезьяну в косухе. Ник, возьми себя в руки. По сравнению с тобой, Ник, он джентльмен. Как скажешь. Сюда! Нет! Эй, впереди! Мы можем пройти через магазин. Проверьте шкафчик. Идем по переулку. Походу, там этот курильщик. Думаешь, тому парню можно доверять? Что такое, милая? Набиваешь себе цену? Что? А то я не видел, как ты на него смотрела. Ушам своим не верю. Ну, не знаю. Куртка на нем хорошо сидит. Может, это твой шанс? И вообще, Рошель, на всей планете осталось не больше десятка мужиков. Не время привередничать. Но он симпатичнее тебя. Поцелуй меня в задницу. Идем туда. Я все еще надеюсь, что мы доберемся туда, где нет зомби. А я надеюсь, что хотя бы смогу дожить до утра. Надеюсь, что нам повезет найти заброшенную закусочную. Идем в квартиры. Поищем тут припасы. Переходим дорогу. А вот этот звук мне знаком. Надо обходить их за милю. Осторожно. Я уже встречал таких невест. Девушка в белом жаждет крови. Черт, эта свадьба плохо кончилась. А бывает иначе? Свадебное платье и стоны. У меня с этим связаны плохие воспоминания. О, думаешь, она плачет из-за того, что ее бросили у алтаря? Кто-нибудь видел свадебный торт? Тренер, забудь о торте. Я тут подумал, жена могла бы обо мне заботиться. Я просто обязан жениться на той девчонке. Элис,
Захвати, что ли, платье для своей новой подружки. Я не собираюсь и на милю подходить к этой платье. Поцелуй невесту. Это кудачи, точно тебе говорю. Не пойдет. Эй, Элис, гляди, еще один ангел. Да заткнитесь вы уже! Не хотелось бы столкнуться с ее женихом. Надеюсь, нам не встретится танк в смокинге. О, черт! Элис, что ты сделал? О, нет! Нет уж, увольте! О, я передумал! Не хочу жениться! Медовый месяц кончился, сука. Они приближаются. Я схватил громила. Платье испортились. Даже как-то жалко эту ведьму. Мне не по себе от этой истории. Это точно. Пошли отсюда. Кровь со свадебного платья хрен отстираешь. По своему опыту знаю. Невеста, свадьба. Значит, должен быть торт. Осмотрите шатры. Никогда так не радовался при виде пушки. Что ж, это не самая паршивая свадьба в мире. А торта нет. Здесь есть убежище. Да, на такой веселой свадьбе я никогда не бывал. Жуткая вышла история. А вы не так уж и плохи. Я буду снайпером, как в кино. Нам нужна мотивация. Нам нужна мотивация. Элис, а ты в курсе, что в Новом Орлеане есть музей гоночных машин? Так, быстро выходим отсюда! Тренер, если доберемся до Нового Орлеана, сходим в музей чизбургеров. Я уже мысленно там. Ник, знаешь... Спасибо, я в порядке. Мы уже черт знает сколько болтаемся тут. Как думаете, тачка в порядке? Кошмар, мы столько прошли просто, чтобы не бросать тачку. Ник! Последний раз тебе говорю, я ее не брошу. Я спокойно брошу эту тачку и тебя заодно. Как тебе мысль? Ник, оставь его в покое. Элис, дорогой, ты же понимаешь, что машину все равно придется рано или поздно бросить. Не дождетесь. За ней не прилетит военный вертолет-эвакуатор. Ладно, тренер, тут не поспоришь. Элис, дорогой, я тут подумала. Может, потом мы поменяем ее на нормальную машину? Например, задний сиденье. Ро, тачка — часть нашей команды. Тот байкер тоже клёвый чувак, но мы же не променяем на него Ника. Кстати, неплохая идея. Кто за? Если кто увидит бактерицидный лосьон, скажите мне. О, я тебя умоляю. Ты что, боишься микробов?
Один микроб только что выкосил всю планету, дрянь. Вот если бы все пользовались лосьоном, до такого бы не дошло. Идем. Народ, давайте живее. Я соскучился по тачке. Привет! Я Луис, а это Зои и Фрэнсис. Простите, не расслышал, а вас как зовут? Тренер. Имя Элис. Рошель. Очень приятно, Рошель. Прекрасное имя для леди. Спасибо, классная куртка. Спуститесь вниз и заправьте генератор. Спускайтесь и заправьте генератор, мы вас прикроем. Давайте заправим генератор и вернемся к тачке. Дела, это же самая красивая девчонка на свете. Элис, думай о канистрах, а не о девчонке. Заправляю генератор. Все, дальше не опустится. Уже проверяли. Я здесь, дорогая. Прости, что бросил тебя. Поехали! Знаешь, они классные ребята.